Как тебе нравится эта машина? Я вообще балдею просто. Это Model X. Мы сейчас смотрим в дилерской. Осталась одна машинка. Не, мы еще поедем посмотрим. 70 тысяч фактически. Здесь 6 сидений. Очень интересное размещение. Да. Здесь сидушка, здесь и сзади 2. Всего сиденья. Правда, немножко, если, конечно, подвинуть вперед. Не, нужно еще одно сиденье нам сюда. Потому что без этого сиденья. И... Потому что я планирую сдавать и работать на ней. Как открываются, покажи двери. Что, дверочка вот здесь открывается? Нет, задние двери прикольно открываются. Вау! А, она сама открывается. Окей, guys, I have the key, okay? Different. Oh, yeah, yeah, so it's a whole different way. Completely different. You can guess it, don't be afraid, man. Ooh. Yeah, we already drive the... Like a plan. Тут интересно смотреть, потому что просто так. А здесь нету камеры, здесь должна быть камера. Nice car, guys. So... Мы немножко покатались, покатушечки сделали и поедем смотреть дальше. Да. На CarMax'е, друзья, тоже есть много машинок. Можно посмотреть здесь в Burbank. Есть такие вот машинки и разноплановые. Вот это, например, Tesla 22 года, почти новая, стоит в районе 80 тысяч. Сколько они хотят? 80, да. И мы сравниваем с тура, нужны ли эти машины, например, сколько их по Лос-Анджелесу и за сколько их будут сдавать. Но мы смотрим такую, чтобы она была универсальная, уникальная и недорогая. А вот этот Porsche очень красивый, мне нравится такой цвет. Внутри такой беж, он стоит в районе, как вы думаете, сколько? 41, 12 года. Очень старенький, но такой прикольненький. Андрей уже думает брать первую машину. И нам предложили хорошую там скидку в районе 50, за 56 можно было взять. Ну, мы сейчас думаем, мы сказали, что мы подумаем. Не знаю, если мы вернемся, не думаю, что нам продадут, но посмотрим. В общем, да, вот эта моделька третья стоит 53 фактически, ну, не считая таксов, плюс таксы, считайте, да. Синенькая такая модель тоже прикольная. Здесь даже есть вот такие вот спорткары и такие смарт-мини-кары, более-менее европеоидные. 19-я тоже Model S стоит, не знаю, сколько стоит, если вы видите, скажите, я что-то не вижу здесь цену. Наверное, примерно так же. 28 тысяч все стоит. 28 тысяч? Ух ты! Это Jaguar? Это Ford Mustang. А, Ford Mustang, Jaguar. 28 тысяч, 29 тысяч. 33 тысячи стоит как внутри. Convertible? Ну, это convertible. Convertible, вау. Wow. Здесь nice. 4 пациента можно сесть. 4 пациента, ага. Здесь он чуть-чуть ударен. Ну, он старенький. 17-го года. 17-го года ставим. Ну, так. Цвет прикольный. В Лос-Анджелесе в основном берут белый цвет. Очень популярный, чтобы отражал. Такой, знаете, чил. Светлое все. Отражал свет. И чтобы не жарко было внутри. В основном все берут белые. А черные в основном берут для работы. Работать по ночам. Линкольн, кстати. Не автомат? О, механика, жесть. По старинке. Здесь фактически manual. Не бывает. Manual. Manual это механика. Фактически очень редко бывает механика. Здесь все ленятся ездить. Ну, потому что это car, авто, это, как называется, спорткар. Конечно же, люди хотят погонять, если это спорткар. Конечно, с механикой поинтереснее будет ездить на скоростях и гонять по трассам. Ты пациентов, сколько смотри, она стоит, как вы думаете? Audi стоит в районе 40, это 18 года, А5 премиум. Извините за ветер, очень сильный ветер. И вот такие машинки тоже очень популярны здесь, в Калифорнии, потому что все чилят, все гуляют, все на пляж ездят на таких карах, в пустыню ездят, там в Палмдейл, Палм-Спрингс, прям все садятся всей семьей и едут. У нас у двух девчонок на работе были вот такие вот машины. Вот, очень такие прям брутальные. Так, а
Okay, yeah, I got it. So in this case, that that car is not exactly black color. Yes, sir. This other experience is fine for Uber. Okay. Ah, it's fine. Okay, I got it. Okay, yes. If it's possible, can you send it to me, please, all this information to my email address? So yes, sir. I do it. I add. So guys, we came back to look this car because this price is not so bad. I know it's old. Не, ну комфортно. Тесла, брать Теслу надо. Вообще, просто брать Теслу, брать надо, брать. Брать Теслу надо, сказал. ОП, смотрите и молчите. One more. Да? Руки. Подожди, какую Теслу? Нам одобрили? Нет, еще пока, но мы ждем. В общем, мы сейчас вон уже думаем... Купили, кстати, новую машину, вон те. Уже думаем брать, нам вроде хотят сделать хорошую скидку. Ой, блин, там кастомная, рассмотрим нашу Теслу. И, короче, мы пока ждем, уже стемнело 8 часов, ребят. Мы целый день катаемся просто. И нас угостили, покушать дали. Мы уже чай там попили, кофе попили уже. Полдня просто уже торчим. В общем, посмотрим, дадут, не дадут, одобрят, не одобрят. Но мы уже как бы... Обещали, что одобрят.